В связи с разными спекуляциями по поводу инцидента с сирийским самолетом, хотел бы заявить, что секретов у нас никаких нет. Мы ситуацию уточнили. Идет речь о том, что никаких вооружений, конечно же, на этом самолете не было и не могло быть. На самолете находился груз, который легальный российский поставщик направлял легальным способом легальному заказчику. Груз этот является собой электротехническое оборудование для РЛС, оборудование двойного назначения, но не запрещенное никакими международными конвенциями. Полностью в соответствии с требованиями были оформлены грузовые документы, и перевозка такого рода груза гражданскими воздушными судами является абсолютно обычной практикой, что подтверждается и тем фактом, что еще до того, как сирийский самолет вошел в турецкое воздушное пространство, турецкие власти предложили ему либо изменить маршрут, либо приземлиться в Анкаре. Пилот совершил посадку, поскольку он знал, что ничего противозаконного он не совершает. И в заключение добавлю, что по нашим данным поставщик будет требовать возврата груза, который является его собственностью. Ну и самое последнее, мы ожидаем официального ответа на наш запрос к турецкой стороне о причинах отказа в доступе к гражданам России, которые находились на борту, для российских дипломатов.